Итак, всем привет. Полезные штуки для рыбалки. Карабин Китер. Как-то так он называется. Короче, это обычный карабин, но здесь есть углубление с мягкой резиновой подставкой. Он нужен специально, чтобы вырывать приманку из глухого зацепа. Соответственно. Наматываем шнур на карабин. Это нужно, чтобы, ну, во-первых, не резать руку, во-вторых, не коцать шнур. Собственно, намотали, поставили бланк прямо, чтобы не напрягать. При этом не напрягается катушка, когда мы выдергиваем наглухо зацепившуюся приманку. Прощаемся с ней навсегда и начинаем выдирать. Все, с приманкой мы попрощались. Штука полезная. Ситуация грустная. Всем пока. Как говоришь? Карабин Китера от Дайчи Сиека. Карабин Китера. Карабин Китер. Китер. Карабин Кита. Кита или Китер? Ну, R не читается, Китер. Кита. Ну, скажи карабин Китер. Окей. Мем смешной, ситуация страшная. Пиздец.